Фильм «Собибор» выдвинут на «Оскар». Режиссерский дебют Константина Хабенского поборется за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Напомню, премьера фильма о бунте в концлагере состоялась в апреле на родине главного героя Александра Печерского в Ростове. Картину презентовал сам Хабенский, дебютировавший в качестве режиссера и сыгравший нашего земляка. Мне хотелось представить на зрительский суд все-таки советского человека, советского, который в процессе фильма перерождается в человека, просто человека. В этом фильме я сделал все, что я понимаю, чувствую, думаю и умею в профессии, в том числе и в качестве режиссера. Фильм «Собибор» посвящен единственному в истории успешному восстанию в концлагере. Сценарий написан по воспоминаниям Александра Печерского.